Всем привет, меня зовут Сергей Егоров, это YouTube-канал «Футбольный Биги», и мы в Катаре, где уже 1 февраля стартует турнир «Париматч Премьер». Вот давайте я сейчас покажу вам, как выглядит стадион, где будет проходить матч. Тут уже идет подготовка вовсю. Ну и посмотрим, как готово поле и особенности этой арены. Давайте я буду показывать, ну и комментировать. Вот это пресс-центр. Здесь, вероятно, будут располагаться журналисты. Трибуны, идем, вот такие вот стоечки поставлены, где уже есть и реклама турнира, лого команд. Идет подготовка, вот эти зеленые штуки, насколько я понимаю, это вот лого команд, вот такая стоечка, давайте ее вот так вот снизу вверх покажу. Вот Лок первый, Партизан второй, Ростов третий, Спартак четвертый. Вот эти зеленые штуки, которые устанавливают рабочие, это щиты, насколько я понимаю, на которых хромакей, на которых в России будет транслироваться реклама. Поскольку реклама букмекеров здесь запрещена, как говорят, то в России она будет преобразована именно в рекламу букмекерской конторы. Вот еще одна стоечка. И вот такие здесь вокруг стадиона, вокруг полей, вот такие газончики. А вот еще одна стойка. Подходим к трибунам. Вот идут последние приготовления. Рабочие такими бандурами стригут газон. А вот трибуны, на которых будет располагаться випы, а первый ряд — это команды. Да? Вот здесь тренерская зона. Первая игра уже скоро. В первом туре Локомотив, Партизан и Ростов, Спартак. А вот такие тренерские места. Давайте, ну и места команд. Давайте подойдем поближе. Вот они на таких штуковинах, на колесиках. Inspire Center. А вот дальше, на самый верх, рабочие несут креслица, где будут располагаться и персоны. А вот здесь раздевалки команд. Вот такие. Ну вот такая раздевалка, она достаточно неприхотливая. Вот такая доска, на которой уже так бывалые. Вот телевизор, если массажный стол. Ну, небольшие раздевалки. Давайте идем дальше. Вот рабочие здесь трудятся последние. И вот такая штука. Задник. Идем дальше. Возвращаемся на арену. Здесь уже все лого, все ок. Матч премьер. А вот еще раз давайте посмотрим. Это еще раз тренерские места. Еще раз смотрим газончик. А вот там это тренажерный зал, куда ходят все команды, участники турнира. Что-то там за лунка, ничего себе. Лунка прямо на поле, вот это да. Ничего себе. Луночка, давайте посмотрим, это что такое. Что, местный крот выкопал, что ли? Ну, в общем, будут убирать. Местный крот. И вот там вот что-то еще роют. Давайте посмотрим.
Да, вот вырыли две таких мини-траншейки. Аккуратненько это все упаковали. Ну, газон сами видите. Все в порядке, все ок. В комментариях вы спрашиваете, что насчет погоды. Какие условия. Стадион. Ну, вот по стадиону я вам показывал. Идет бесконечная стрижка. А по погоде, ну, сейчас около 20 градусов. И так припекает. То есть, а вот еще один. Вот еще один столбик, где, обратите внимание, матч премьер. То есть реклама букмекерской конторы запрещена, поэтому вот так укоротили турнир. А вот дальше еще, да, вот это вот. Ну давайте посмотрим еще. Еще тренажерный зал, да, где тренируется команда. Вот здесь, возможно, будет студия. Тренажерную. Здесь будет студия, возможно, насколько я понимаю. Но еще нет коллег с Матч ТВ, поэтому будем узнавать. Идем в тренажерный зал и посмотрим, как все выглядит там. Здесь сегодня с утра тренировался Спартак. Вот какие тренажеры. Не знаю, насколько все круто, насколько здесь тренажеры по последнему слову финансовой ситуации, но вот я близко показываю, кому интересно. Мне написал в комментах один из тренеров, наверное, один из тренеров молодежной команды. Он говорит, покажите, пожалуйста, все, что связано с тренировочным процессом. Поблагодарил за историю с тренировкой Ростова, ему очень понравилось. Я показал ту часть, которая была открыта у Валерия Карпина в Ростове, а вот такое табличка. И он попросил, говорит, а покажите все, весь внутряк, тренажерный зал. Ну вот, товарищу тренеру велосипеды, вот там кондишн, дело не относится. Вот, еще тренажеры, вот такие штуковины. Шарики. И такая штука вот на для баланса, ежик такой. Ну что, вот жду ваших откликов в комментах. Вот здесь идут еще последние приготовления, а сам отправляюсь на тренировки команд. И еще раз спасибо за ваши отклики. Это было представление того стадиона, где будет проходить пари-матч Premier Cup. Вот очень-очень большое пространство, скажем так. Я надеюсь, когда-нибудь вот так будет и в России, и мы проведем не только чемпионат мира, глобальное событие, но и что-то вроде такого турнира. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, что бы вы хотели еще посмотреть из Катара. Пока!